Ребята, всем привет! Итак, у нас сегодня челлендж. Девчонки будут угадывать различные напитки, отвратительные и очень вкусные. То есть у нас... Кому сегодня что попадется, тут дело случая. На самом деле, девчонки одновременно пробуют напиток. Один напиток. И по очереди, допустим, кто первый будет угадывать? Я. Пусть Милана. Милана первая говорит. Вы одновременно пробуете напиток, и Милана первая называет, что это за напиток. Если Милана не отгадывает, то называет Лика. Если Лика тоже согласна, то Лика тоже говорит, да, это, допустим, там капустный сок. Кстати, а кто любит капустный сок? Папа, тащи первый напиток. Лика надевает маску. Милана тоже надевает маску. Держи. Трубочку пей. Оп. Ну, Лика, держи. Оп. Страшно. Очень. Очень. Все? Да. Милана больше как-то выпила. Ну что, Милан, ты готова сказать? Ты первая? Ну, вообще, он... Говори. Такой закомый, вкусный, я не знаю. А, я поняла, что это. Ну, шоколадный. Милана, ты точно говоришь шоколадный. Да, ну просто шоколадный. Ага. А второй раз пробовать можно? Нет, я понимаю. Йогурт, карамель. Так, что именно, Милан, говори, шоколадный йогурт, или карамель? Карамель. Милана говорит, принят ответ. Йогурт карамельный. Ну, а мне... Такой зелен. Засчитывается, не засчитывается карамель, но только ириска именно. Вот эти вот актимельки, ириски, или как они там? Мы закрываем носки. Открывайте. Ни Лика, ни Милана не угадали. А это коктейль с мороженым, пломбир. Да, коктейль на самом деле очень вкусный. Лика, если хочешь, тоже можешь еще попробовать. Где вы там, не знаю, взяли карамель? Если честно, я вначале попробовала до челленджа, и карамельного там точно нет. Мамочка, мне страшно. Итак, сейчас пробует. Ребята, я не могу. А что ты с ним во все? Мама, я не буду пробовать. Да я с папой просто смеюсь. Он хотел это все выпить. Я не буду это пробовать. Да ладно, да ладно, ты же знаешь, мама, она же всегда... запудрить мозги нам. Давай, Лика, ты смелая. Ну? Мне. В смысле? Так, на, пробуй, не накрой. Мне тоже воняет. Ну, Лик, ну держи. Трубочку. Нет. Тихо, тихо. Одну трубочку, любую. Лика, пробуй. Фу, что за фигня? Что за мясо? Какое мясо? Мясо, какое мясо? Ой, Лика. Я даже ухожу от вас, от таких. Скажи, что не ужасно. Милан, бери трубочку, Милан. Да, Милош, ну ты аккуратно. Вот, давай, вот та разница. Ну ладно, это то, что я думаю. А я откуда знаю, что ты думала? А вы потом, ну, ты оставил, да? Конечно. Подожди, Лика первая говорит, Лика первая. Сейчас говорит Паучка. Это доширак. Я тоже думаю, что это доширак. Открывайте. На вид, конечно, это не очень. Но на самом деле это всего лишь куриный суп. С гренками, да, по-моему? Почему такой запах? Я же говорю, мясо. Ни Лика, ни Милана не угадали. Ну что, девчонки, масочки на глаза. Мимо масочка. Милан, маску. Нет! И папа тащит следующий продукт. Напиток, напиток. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Ну и, конечно же, поддерживайте девчонок лайками. С Милана до первой. Сейчас Милана отгадывает. Ну, да, первая. Все будет хорошо. Пап, ты ничего не перепутал? Нет, ничего не перепутал. Точно? Можно смеяться, мама уже. Страшно. Давай, Милан, бери трубочку, нащупывай. Аккуратненько, аккуратненько бери. Подайте какой-нибудь звук. Милан, ой, Лик.
Уже? Ну, ага. Ты хоть скажи, что там. Она молчи. Милана партизан. На реакцию скажи свою. Лика, аккуратненько трубочку. Жесть. Милан. Это вода просто. Просто? Да. Не просто вода, но сладкая. Ну, я думаю, что это личи. Лик, это твой ответ, да? Да. С личи напиток, да? Да, розовенький. Ну, я думаю, что это вода обычная. А вода сладкая бывает? Снимайте маски. Это всего лишь вода с сахаром. Просто вода с сахаром. Вот так вот, Лике, можно намешать сахара и сказать, Лика, личи! Ну, мне кажется, Милане можно засчитать, да? Ну, потому что обычная вода, обычная вода просто я считаю, с сахаром. Что Милана в любом случае здесь была ближе. Да, да, да. А, да. Не, ну подождите, ну личи там такой же. Вот так же тебе и делают личи. Сейчас я первая. Я первая. Сейчас пробует Лика. Нет, пробуй, девочка, пробуй. Давай, Лика. Я боюсь. Давай, Лика, ты смелая. Мы вообще в тебя верим. Ой, как страшно уже. Давай, Лика. Только чтобы мы видели, что пьешь. Так я близко тоже все видим. Нормально, глоток делаю. Ой, фу, я знаю, что это. Ой, давай, Лика. Давай, ой, Милан, то есть. Оп, нащупала. Давай, Милан. А что, ты еще не попила? Ой, что это медленно. Давай, Миланка. Сейчас кто первый говорит? Лика. Давайте, девочки. Горький сок. Я попробовала сейчас его закрытыми глазами. Ну, конечно, и ты думаю, знаешь, какой вкус. И думаю, угадала бы я или нет. Если честно, не угадала бы. Это... Я говорю первое. Сейчас Милана, Лика первая. Гранатовый сок. Я тоже гранатовый сок. Я тоже. Ну, вы молодцы. Я вас поздравляю. Та-дам. И это гранатовый сок. А мне он очень не нравится. Правда. Очень вкусный, кстати. Мне он понравился. Ой, какие вы странные какие-то. Няшка, вау. Итак, у Миланы 2, у Лики 1. Правильный ответ. Переходим к следующему раунду. А вот сейчас Милана будет пробовать. Да? Ой, как хорошо. Так страшно первый пробовать вообще. Страшно? Сейчас очень. Вообще будет интересно. Ой, пап, что это такое вообще, я не понимаю. Блин, ну что такое? Пап, я, конечно, ну ладно, не буду говорить. Мама! Что это? Ты же не первая пробуешь, что ты парень? Давай, Милана. Милан. Нет. Милан, ну ты смелая. Мил, ты же смелая, храбрая. Давай, ты же храбрая. Ребята, кто, кстати, вот так... А кто сейчас вот догадался, ребята, что это? Я вот поближе покажу, да. Вот как вы думаете, что это? Вот я себе когда увидела, честно, я прям как-то немножко испугалась. Давай, Милан. Вот трубочка. Одну. Ну давай, Милан, ты смелая, ты храбрая. Ну что там? А может быть, Милана специально? Давай, чтобы меньше тебе досталось. Давай, Лика. Пап, ты сейчас поймешь, пьет она или не пьет. Говори. Зелень. А Милане самое ужасное в этом напитке это зелень, потому что Милана не любит зелень. Милан, напиток может быть? А напиток скажи. Зелень рыба. Лик. Это этот масло от селедки. Да, зелени. Вы молодцы, девчонки. Лика Милана угадала. Только Милана так еще круче, да, сразу такая зелень. Да. Ну, вид вообще, да, Лика, такой? Да. Смотри, выйди, пожалуйста, за меня. Тебе как раз нужно выпить. Нормально. Милана побеждает, плюс один, да? Да, да. 3-2. В пользу Миланки. У меня 3, а у Лики 1.
Молодцы, девчонки, я вас поздравляю. Кто у нас сейчас угадывает первое? Я первая угадываю. Милан, давай. Я все выпиваю, поэтому Милана не угадывает. Понятно. Нет. А как ты все выпьешь, если это невкусно? Не видно, что ты пьешь. Да нет, я вижу, холодок идет такой. Холодок? По трубочке, да. Уйди. Лика, ты сейчас первая, да, говоришь? Нет, Милана сейчас будет первая говорить. Почему? А, ты боишься, что Милана повторит? Да. Нет, правило есть правило. Нет, сейчас Милана подожди. Скажет, а ты повтори. Я согласна с Ликой. Можно еще раз попробовать? Пробуй. Тут, Милана... Не моя победа, то есть ничья. Подожди, давай. Милана говорит первая. А пахнет так? Так, короче, говори, вкусно, мы поняли, ну, что вкусно. Можешь предположить. Не понимаю. Говори. Жвачка. В смысле жвачка? Папа растопил жвачку? Угу. По вкусу жвачки, да, что? Да. Что? Ну, какой напиток? Ну, подумай, Милан, подумай. Ну, напиток по жвачке. Короче. Да. Все понятно. Лика? Алоэ вера. И ты права. Папа, покажи нам эту бутылочку. Я не знаю, что. Вот такая вот бутылочка. Вот такой вот напиток алоэ вера. Итак, у нас ничья. И у нас ничья. У нас ничья. Да, у нас сегодня ничья. Ну что, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, кто с ней победил или победила дружба. И всем пока-пока. Пока-пока.